В Казахстане планируют упростить процедуры для привлечения инвесторов. О том, какие изменения нужно внести в законодательство, обсудили в правительстве на первом заседании проектного офиса по развитию города Алатау. Одно из главных пожеланий иностранных бизнесменов – получение услуг по принципу одного окна, а также сопровождение и сервисная поддержка на протяжении всего цикла. В Алатау уже реализуют 10 проектов. Ведутся переговоры с крупными зарубежными компаниями Deutsche Group, Hyundai Green Fund. В ближайшее время ожидается регистрация первых участников специальной экономической зоны. Запланирована поездка делегации Алматинской области в Китай для встречи с потенциальными инвесторами.